Есть над чем подумать. Согласен. Действительно есть. Так, что, мы в свободном мире? В смысле нет? А где мы? Вот же станция. Да оно. Наши камеры, наши ули, блин. Все старые знакомые. Это трещит уже. Чего они там летают? Ну-ка не летать. Короче, я не знаю, почему карта недоступна. А куда нам вообще? Нам туда? 400 метров? Не-не-не. What? Так, дайте карту, блин. Ну, короче, у нас там был полигон закрытый. Мы не смогли его открыть. Я предполагаю, что он открывается точно так же, как и полигон с другой стороны. А именно через раз. Камеру. То есть, когда академик Сеченов отправляет своих близняшек куда-нибудь по делам, ну, например, со Штокхаузеном, его охраняет этот красный монстр? Как вы понимаете, в отличие от вас, товарищ Штокхаузен не способен самостоятельно добраться в нужную точку предприятия, кишащего агрессивными роботами. Ему требуется прикрытие. Но оставаться без охраны Сеченов не любит. Не любит? Почему? Он же всенародный любимец, его весь Советский Союз уважает. Ему ничего не грозит. Вы так считаете, товарищ майор? Думаешь, ему угрожают кремлевские завистники? Скорее, кремлевские конкуренты в борьбе за власть над коллективом. Когда ты собираешься подчинить себе весь мир, не стоит удивляться, что появляются желающие отобрать у тебя трон. И это будут очень могущественные желающие. Уж лучше пусть Дмитрий Сергеевич будет генсеком коллектива, чем кто-либо другой. Точно генеральным секретарем? Вы уверены? Конечно. А кем же еще он может быть? Надеюсь, вы правы. Ничего, диалоги сюжетные. А, камера недоступна? А, нет, вот смотрите, смотрит. Нет? Блин, я был уверен, что да. Че, ни одна камера не доглядывает до этой херни? Интересно. Тут есть как бы еще другие камеры. Может быть, с других можно. Мы их как бы находили, но они отключены. А почему? Они с какого-то другого этого источника открываются. А где тут еще источник? Мне кажется, следующий где-то здесь был, да? Он слишком далековато. Или нет, нормально. Давайте на это тоже сходим. Ай, блин. Но других вариантов, как открыть дверь, у меня нет. Может, конечно, сейчас пойти и посмотреть, вдруг она сама открылась? Да я в этом сомневаюсь. Камера кыш. Блин, та просто слишком далеко, мне кажется. Точно ничего больше нет. Вот эта штука, это что? Там были? Тут не помню. Мы тут особо-то на самом деле не ходили. Забажитость или как этот гриф работает. Пропускать надо. А, тут еще одна такая штука. О, слушайте, удобные камеры на самом деле. Понятно. Короче, ладно, да. Я тут слишком мало ходил, если бы ходил побольше, то нашел бы эту штуку. А, ну пойдемте полигон прочекаем, что это такое. Ну, я так подозреваю, это просто подземелье. С лутиком. Конкретным причем. То, что у нас на всех этих... крафтовых рецептах показано, где их искать. И там искать их надо на всяких полигонах. Так, ну что, тут лифт мы видели. Куда он нас приведет? Так, я думаю, скоро мы еще на калаш перейдем с пистолетом. У нас там очень много патронов для этого собралось. Для калаша. Надо их тоже начать расходовать. Для этого мы уже потихоньку... Ну, как, блин, зарасходовать? Там еще 5 стаков где-то патрон. Что тут у нас?
Товарищ майор, мы получили доступ к научному полигону. В будущем в таких местах вы будете находить ценное вооружение. Вот они, ваши научные штучки. Все бы вам в светлом будущем маячить перед носом честных граждан. Не нахожу комментариев на ваше высказывание. Вот и замечательно. Идем смотреть, что за вооружение обеспечивает мое будущее. Новомагниты? Интересно, здесь может быть что-нибудь прикольное? В плане лора, там, еще что-то? Или чисто пострелять и полутаться? Ну и какие-нибудь головоломки еще порешать? Поехали. Что, не работает? Что, не работает? Вот, работает. Так, что мы сюда поднимались? А, ничего нету. А, может это просто мешает стрельнуть? Типа мы только из определенных этих мест можем стрелять. Так, стоять. Немного стрёмно на этой штуке находиться. Я куркаюсь, я так понимаю, потому что у нас вкачана эта вилка, да? Но там, по-моему, надо было что-то нажимать. Но, видимо, ничего нажимать не надо. По-моему, баг в описании или что. Мне чел сам кувыркается иногда почему-то, иногда нет. Музычка тут у вас. Задача магнитно-механического цеха, полигона номер один. Пункт первый. Изготовление образцов для всех видов испытаний и исследований. Пункт второй. Изготовление корпусов для поршневых и термических установок. Пункт третий. Плоская круглошлифовальная, а также электроэрозионная обработка деталей. А, я в провод врезался, серьезно? Блин, кстати, обилка на прыжок, мне кажется, здесь супер полезна. Надо научиться ей пользоваться. Так, провода, блин, идите нахрен. Зацепись. Блин, я нажимаю пробел, но я не знаю, не работает. А, нет, 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 не жри, отмена. Сука. Случайно. Я просто не думал, что она применится, я думаю, она отменилась. То, что я стрельнул. Так, и зачем сюда? А. Так, еще что-нибудь тут есть? Ну-ка, стены. Просвечивайтесь. Вроде ничего нет. Ну, здесь какой-то, как будто проход, да? Ой, ладно. Точно ничего нету? Он так-то большая. Пропустить что-то супер легко. Вроде нету. Ладно, идем дальше. И... Встали, блин. Работайте. Это не лутается? По-моему, таких шкафчиков вообще не было, которые лутались бы, да? Пока тут скучновато, чисто ради лутика, походу, пришли. Ни записочек, ни щербетней. Даже врагов, погодите, нет, стоп, тут совсем что-то скучновато. Прям пусто-пусто. Давай, ползи. Дайте хоть что-нибудь интересное. А рецептов, по-моему, еще не было ни одного.
У нас, кстати, почти фулл рецепты, мне кажется, всяких расходников, пушек. У нас есть хоть одна еще пушка, которой крафта нету? По-моему, нету. У нас все крафтятся пушки. А, вниз. Окей. Я так подозреваю, в основном сюжетом мы лутали основной лут. Дальше у нас, типа, все остальные штуки будут в этих полигонах. Это что? Особый транспортер ценных грузов. Или товарищ Лутягин, как его в шутку прозвали сотрудники. Ценные грузы — это хорошо. А что же он за кор? В его основе лежит прототип вечного полимерного двигателя, который заставляет... Скучно. Короче. Он быстро перемещается между заданными точками. Стоит его отпустить. Да он стоит намертво. Сломался ваш вечный двигатель. Это та же самая штука, которую мы в Шиза хрень видели, да? И тут рецепт. На что это? Это на нашу пушку, лису, рукоять. Жесть. Вот это повезло. Ну, как повезло? Я так подозреваю, что лут фиксированный. Я так подозреваю, что лут как раз таки, который фиксированный в этих сундуках, и будет находиться. Потому что это на самом деле все чертежи находились на полигоне номер один, рандомно. На основе Архимедова винта и тепловой энергии термосферы свеча. Установки генерируют 2 миллиона киловатт-часов электричества в месяц. Этого достаточно, чтобы поддерживать весь полигонный комплекс в рабочем состоянии на протяжении года. Сорви голова, ачивка. Да, за что? Короче, чертежи в этом... По миру разбросаны все рандомно. Но, я так понимаю, в определенных сундуках только находятся. То есть не прям фулл рандом. Заметил? Оба. Это, по-моему, самые обычные челы. Ты чё, чел? Я тебя поднял вообще? Ты охренел? Это я только начал! Вот именно. Сломал? Да. Ну не, эти чел... О, они тоже обычные. Ну не, нет, тут уже неинтересно даже. Хоть всех этих челов драться. Он меня пнул или что это было? Мы сюда слишком поздно, надо было раньше сюда приходить. Я не думал, потому что меня просто по сюжету так далеко затащат. Я думал, там будет коротенький, на арене типа пофайтимся. А дальше как бы все. А что это за место? Не, ну чувствую, по этим... По лоровым штукам тут ничего не будет. Там еще сундучки над все за стенами. Это что такое? Это с чела лут? А, тут еще один был. Моя ауешка его просто убила. Я даже не заметил то, что он тут в принципе был. А, тут окна нету, блин. Я не сразу понял. Хотел просто посмотреть. Так, мы вроде везде побывали. Здесь еще что-то закрыто. Закрыто. Окей, идем сюда. Не сюда. А, нет, вот проход. Ой, как много лута. Сохранение данных. О, лутаемся. Еще можно было в полигоне ожидать. Действительно, что я вот хотел здесь увидеть бы. Мне кажется, я здесь хотел бы очень много файта увидеть. То есть, чтобы сражаться, сражаться и сражаться. Но они по стелсу. Это самое главное.
С другой стороны, мне кажется, наоборот, эти штуки сделаны, чтобы налутывать предметы, а не тратить боеприпасы и прочее. Все, полутались. Интересно. Похоже на секретку или нет? А, нет, просто дальше, походу, надо идти. И здесь было? Дальше. Это, походу, еще один золотой сундук. Да. Так, и тут что у нас? Для пистолета экспансивный преобраз какой-то там. Больше тут, я так понимаю, ничего нет. А выйти отсюда можно по фасту? Шорткат там какой-нибудь, не? Выпустите. Так, а что-то мне не нравится наличие какого-то шортката назад. Или... А, стоп, или не все еще? Так, хорошо, а если не все, то куда дальше? А, не понял. Окей, понял. Так, мы отсюда случайно не пришли? Внимание всем сотрудникам полигона номер один. При срабатывании сигнала о начале испытаний в цехе просьба немедленно покинуть зону испытаний во избежание несчастных случаев. Помните, советский человек всегда бдителен на производстве. Работник предприятия 3826 бдителен вдвойне. Мне кажется, нас здесь могут убить. Нам как бы говорили, что эти штуки убивают, но мы так и не встретили место, где они могут убить. Возможно, это здесь. Блин, я не понимаю, как работает мой прыжок. Типа нажимать надо. По-моему, он просто не работает. Нет, иногда-то он срабатывает. Иногда нет. Ну, типа, давайте вот прыгнул куда-нибудь. Ну, сюда. Я спамлю, блин. Не сработал. Может, какой-то... Может... А, может... Ну, нет, там вряд ли shift. Shift другое... за другое отвечает. О, хватился, хорошо. Где тут была штука? Здесь где-то, да? С другой стороны, спрятали? Хорошо, спрятали. А, теперь она здесь. В смысле, здесь? Понял. А, все, понял. Так, что у нас там здесь не по центру? Ну, давайте вот эту штуку что-то думать. Все, открыли. Так, еще что-нибудь есть тут? Вроде смотрел, больше ничего не было. Ну, у нас там сундук остался. Там вот, возможно, к нему можно отсюда попасть. Я дверь тут закрыта, проходов никаких не вижу. Я подозреваю, что ни хрена к нему там не попасть. Так, ты вверх? Здесь, я думаю, где-то будет. Что в недрах гражданских полигонов можно найти доступ к современному оружию. Наука всегда очень тесно сопряжена с войной. Это у тебя так программой заложено? Скажем, это мое убеждение. Даже мультфильмы, которые вы так любите, начинались с революционных разработок разведки. Как это ни прискорбно, именно война является двигателем прогресса. Не знаю, откуда у перчатки вдруг убеждение, но хоть по мне и не скажешь, я за мир и мультики. Так, это похоже на выход. А это похоже на сундуки. Это не тот самый сундук. Какой-то другой. Кто стреляет? А, блин, кто это? А, блин, обычный чел, серьезно.
Блядь, он тут. Блин, не долутал. Это все из-за этого гада, блин, пришел он тут. Никто его не звал. Куда он вообще пришел? А, вот, это оно. Окей. Потрогали этот сундук. Ну, больше не знаю, есть ли тут еще что-то. Уходим отсюда, наверное. Да, чисто полигончик так. Ну, пострелять было мало. Но это, наверное, просто потому что полигон первый, во-первых, он такой туториальный. А тут еще сундук, что? Для дробовика. Увеличенный магазин. Пойдет, пойдет. А, еще для этой звездочки. Танец пил. Это билка прикольная. Доступ разрешен. Давайте посмотрим, что мы тут открывали. Мы, во-первых, открыли для нашего... Слушайте, а мы все для наших пушек открыли? Это так и должно быть? По идее, не должно быть же, да? Что у нас там было? Я забыл. Рукоять, по-моему. Полигон 1. Не, смотрите. Фиксировано полигон 1. А, тут написано, что мы залутаем. Для дробовика магазин, для звездочки и почему-то в разных тирах. То есть бронзовый, серебряный, золотой. С чем-то связано. Типа, насколько штука прикольная. Увеличивает скорость атаки, увеличивает скорость заряда спецатаки. Блин, а мне это все не надо. А, ну скорость атаки поет. Спецатаки мне не нужна. Модуль установлен. А ручка у нас другая, типа... Увеличивать. Ну, скорость атаки пойдет, да. Скорость атаки будем качать. Заряд спецатаки не нужен, конечно. Бонус энергии. Урон после ворот. Ого, кстати, интересно. Прокачали себе рукояточку. Крушительный удар, это что? Увеличивает скорость зарядки спецатаки. Заряженный удар. Волну урона при атаке. Мне это, наверное, не надо. Короче, не хочу на это ресурс, наверное, тратить. Мне, в принципе, обычных атак хватает. Здесь... А, эти штуки кончились. Достаточно здоровья. Типа full HP. Ну, ладно. Капец, у меня урона мало. Всего 4. Но у меня скорость большая, как бы. Я там по 2 удара могу. Можно... Считай, сделаю по 2 удара, это 8. Это же так работает. Короче, дробовичку мы что-то нашли тоже. Магазин увеличенный. Увеличивает объем магазина, насколько интересно. А, ну у нас там вообще 4 патрона. Нам супер нужен магазин большой. Объем можно еще увеличить. И еще раз нельзя. Так, и что еще? Звездочку. Звездочку мы не юзаем. А, пистолет наш. Пистолет мы пока юзаем. Вот эту штуку, да, мы нашли. Что это такое? Экспансивный преобразователь. Отсроченное смещение центра тяжести пули увеличивает урон органическим целям. Увеличение урона органики, увеличение урона, уменьшение скорострельности. А это что? Это по роботам? Ну-ка, стоять. Нет, просто, да? А это тогда по роботам. Да, то есть можно либо... А, глушение для робота даже. Ну, наверное, больше даже нет. Потому что мне не особо нужно по органике пистолетом стрелять. Я, наверное, пистолетом даже наоборот не хочу по органике стрелять. Буду стрелять в них из этого. Легон 6. Калаш-коллиматор. О, прицел, блин, калашу. Где это, блин, далеко? Это не соседний, случайно? О, так это соседний, лол. Можем в него тоже сходить. Вообще в него и сходим, я как бы и хотел в него сходить. Здесь мы что можем улучшить? Ствол. Стандартный ствол. А, нельзя поменять. Увеличивает объем магазина. Ну, кстати, объем, да, по одному снаряду такой, если стрелять. Так, ну мы эту штуку на фул вкачали.
А, что у нас еще? Пока нормально, пока меня устраивает наш стаб. А с чем мы, получается, со звездочкой вообще не бегали? Все, у нас все есть. Мы совсем побегали. И больше пушек никаких нету, да, мы все попробовали. Доминатором он слишком мало поиграл, мне пока не понравился. Мне кажется, надо закомбить, попробовать звездочку плюс доминатор как-нибудь, да? И фул в энергию вложиться. Звездочка это что? Это куча урона же, да? Куча урона от заряда, но очень медленно. Хотя не очень медленно, блин, она быстрая. Что-то я не понимаю, мне кажется, как-то... Чем они отличаются друг от друга? Может, их может прокачками чисто отличаются? Типа, базовый топор и базовая звездочка, например, плюс-минус одинаковые. То есть, базовый паштет плюс какая-то у меня лиса, они тоже плюс-минус одинаковые. То есть, у них даже анимации схожи. Но при прокачке, например, как они по-разному улучшаются. Наверное, так работает. У нас здесь все рецепты уже открыты. Перепасы мы все можем крафтить, кассетники мы все можем крафтить. А, кассетников всего 3. А, типа, урон, по-моему, 4. Кого-то не хватает, наверное. Заморозка, по идее, шок, огонь, а что еще? А, нет, не помню, что еще, ладно. Так, давайте выбираться. Наверное, сейчас сходим еще в соседний полигон. Тоже по фасту его пролутаем. Надеюсь, по крайней мере, то, что по фасту. Может, он там побольше будет. Мне кажется, это такие стартовые полигоны, они будут прям легкие и быстрые. Я думаю, пока по начальным этим полигонам рано судить, нормально они сделаны или нет. Только они больше такие даже туториальные. Мы грузимся или мы тут специально едем? У меня есть просто загрузка так выглядит. Где мы? А, это тот самый проход, по-моему, где мы в стену невидимую врезались, да? Или здесь было? А, нет, это, наверное... Нет, да, это ладно, мы тут врезались в невидимую стену. Ну, теперь, походу, понятно, откуда здесь невидимая стена. Хотя нет, не особо понятно. Так, машинку бы. Машинки респавнятся или как? И чуваки тут что-то застряли. Машинки нету. Вот машинки фиксированы и не респавнятся. Не супер, потому что, по-моему, машинка, которая здесь стояла, я ее уничтожил. Возможно, кстати, вот это она. Ну не, я вроде там где-то уничтожал, поэтому вроде не она. Ну там вот есть еще машинка. Так, где-то камера вроде была, не помню где, правда. Мне кажется, нам так проще добежать, потому что нам на воду надо. Машинка здесь нормально не проедет. Крас, плохо помню, где как это сволочь Петров может передать информацию на запад? Нет, на предприятие же введен экстренный протокол. Напрямую передать что-либо Петров не сможет. Иначе давно бы уже передал. Поэтому он пытается ввести в заблуждение центральный узел управления коллективом. Это вон тот здоровенный шар, который висит в небе. Петров где-то в его районе? Полагаю, да. Предатель где-то там. Экстренный протокол заблокировал всякую возможность связи предприятия 3826 с внешним миром. Преодолеть эту блокаду невозможно. Тут потребуется целая академия. Например, Академия Последствий. Тогда на что же он надеется? Как вы наверняка обратили внимание, из всех каналов... Нет, мой сюжет! Ты-то кто такой? Ай, блин, чуть сбросился. Ну, конечно, знал то, что он глубоко. Куда чел вообще взялся, который за мной идет? Он же не умеет плавать. А чё тут тупик, не? А вот. Плохо видно. Как
Как вы наверняка обратили внимание, из всех каналов связи с внешним миром один канал все же экстренному протоколу не подчинен. Засекреченная линия правительственной связи. Совершенно верно. Этот канал используется лично академиком Сеченовым для связи с Кремлем. Доступа к нему более ни у кого не имеется. Ни у кого. Всем привет от бабы Зины. И что задумал предатель Петров? Полагаю, он надеется ввести центральный узел в заблуждение, выдав себя программными средствами за академика Сеченова. Вот сволочь. Так, раз. У Петрова есть реальные шансы обмануть узел? Узел же программировали не идиоты. Наверняка там предусмотрена защита. Петров – талантливый инженер-программист. Он не просто так попал на предприятие 3826. Именно Виктор Петров оптимизировал ранее неуклюжий и крайне неэффективный протокол передачи цифровой информации по схемам программист-робот и робот-робот. То есть он лучше всех знает, как именно центральный узел обменивается данными со всеми вокруг. Получается, Петров действительно может обмануть узел. Зачем товарищ Сеченов доверил эти протоколы одному единственному человеку? Потому что это временное средство. После запуска коллектива 2.0 цифровые каналы связи станут бесполезны и неактуальны. Все будет передаваться через нейрополимерные волновые колебания. Двоичный код канет в лету. И программисты вместе с ним. То-то Петров так бесится. Хочет успеть нагадить, пока у него есть такая возможность. В общих чертах так оно и есть. Хотя, полагаю, у Петрова имеются и иные мотивы. К черту мотивы изменника Родины! Сколько у нас есть времени, чтобы ему помешать? Ввести в заблуждение центральный узел управления коллективом есть сложнейшая задача. Чтобы добиться своего, Петрову нужно не только значительное количество времени, но и оборудование связи с узлом. И где оно есть, кроме научного центра? Только там, и на борту летающего комплекса «Челомей». То есть больше нигде? Отлично! Ну все, Петров, отбегался ты, сволота предательская. Окей. Сюжетные диалоги, к сожалению, здесь включаются, когда мы по полигонам бегаем. Так, я также не спускался, вдруг мало ли у нас перебьется. Диалог другим. Ни хрена себе скорость атаки. Не, прям чувствуется прям разница. Мне кажется, с этим цветочком мы бы прям намного легче справились. Потому что я думаю, тут три атаки я бы успевал давать по нему. Так, почему опять долго, блин, едем? Ехали? Очередные катакомбы. Научный полигон, товарищ майор. И здесь должно быть оружие. Да неважно. Полигон, катакомбы. Выглядит одинаково. Найдем чертежи и пойдем дальше. Мечты и рвения специалистов предприятия 3826 не знают границ. Дерзновенные советские ученые задаются удивительными вопросами. Как сделать пребывание советского гражданина в космосе наиболее комфортным? Какие условия необходимы, чтобы существование человека за пределами земной атмосферы не отличалось от его привычной жизни? На полигоне номер 6 вы можете наблюдать один из подобных экспериментов. Возможно ли будущим поколениям, освоившим космическое пространство, смотреть кинофильмы в невесомости? Ответ нам всем известен. Советский человек может все. Мне кажется, нам сюда, давайте в другую сторону прогуляемся. Он больше похоже на тупик. Так, ну тут снова три сундучка надо найти. В принципе, разобрались, что тут делать и как. Ну, да, опять же, куча лута. Но я думаю, парочку врагов нам дадут, парочку головоломок. В общем, не уверен, что тут будет что-то интересное. Так, здесь тупик. Нет, еще лутик. Лутика много. Лутать все, не перелутать. Ну, к системе лута, в принципе, можно привыкнуть уже. Сначала она немного раздражалась тем, что очень много всего лутать. Стреливаться все надо, но в целом со временем привыкаешь, как надо все лутать.
Вроде бы все. Пойдем держать эти головоломки, очень сложные. Что тут у нас? Ну, мы пока что можем только эту штуку вроде крутить. На них есть что-нибудь? Да, вон там есть крутилка еще одна. Что будешь крутить? Будет эту штуку отдельно крутить. А я оттуда не могу куда-нибудь запрыгнуть? Ну-ка. Что, можно с этой штуки прыгать? Или на нее саму не запрыгнуть? Нет, слишком высоко. Может быть, за что-то ухватиться сможем? А проблема в том, что они едут не в ту сторону. Да. А если эту мы крутим, она тоже не в ту сторону едет? Да, тоже не в ту сторону. Нам надо как-то оказаться вон там, вот что? А, нам надо не одновременно их. Все, я понял. Нам, наверное, вот этот шкафчик нужен. Ну-ка. Да, нам нужен определенный этот шкафчик. А здесь нам нужно что-то такое хорошее, чтобы тоже наверх можно было забраться. Правда, там закрыто все. Так, надо не забывать то, что мы... А, все-таки не пробел надо нажимать, я понял. Надо shift нажимать. Так. А что нам вообще? Нам ничего как-то не подходит особо. А, вон там проход есть, да? Ну-ка, не вижу отсюда. Да-да-да. Короче, нам нужен тот проход. Так, получается, у нас эта штука крутится туда. Это... Блин, забыл, куда это крутится. Наверное, знаете, сколько надо оборотов сделать? Нам надо, чтобы вот эта штука была одновременно, точнее, не та, а шкаф. А где шкаф? Шкаф у нас вон там. Вот, то есть это раз прокрут, два прокрут. Нам надо, чтобы вот эта штука, то есть, короче, два раза, я думаю, надо прокрутить. О. А, это закрытая дверь? Стоп, а отсюда мы ее не откроем? А. То есть нам надо еще сначала ее открыть. Так, ну вопрос тогда, с какой платформы ее открывать? Ну с той же, нам больше выбора особо нет. Тогда нам надо сначала эту пригнать сюда, вниз. И вместе со шкафом. Два раза, опять же. Раз, два, и теперь эту дважды. Раз, два. И теперь у нас здесь сверху шкаф. Немного не так, конечно, расположен. Хотя да, вообще не так расположен. Так, что-то я это не достаю. Вообще никак, без вариантов, это не то. А хорошо. Но у нас еще здесь нормально себя бы чувствовал. Вообще тут все довольно плоские, то есть тут нету выбора, кого использовать. Но мне нужно, чтобы край вот этот вот был довольно как-то выступающим. Но тут все как бы не выступающие. То есть мне кажется, шкаф это лучший вариант вообще. Так, я могу как-то... А, ну я могу на верхний. А, мне, наверное, надо сверху его сначала разминировать. Ну, давайте, короче, все, я понял. Давайте, шкаф вот так вот нам нужно, чтобы был, да? Это, кстати, три прокрута, это не два прокрута. Я, кстати, да, немного ошибся. То есть у нас эта штука там. Нам надо прокрутить три раза так, чтобы она оказалась здесь. То есть это... Вот сюда ее надо поместить, да?
То есть это у нас вот так вот, и нам надо, чтобы мы три раза прокрутили, ну, короче, один раз. Как бы из 4 вычесть 3, это 1. А теперь крутим эту хрень. Раз. Два. Три. Ну, давай, давай, забирайся. Чё ты стесняешься? Мы поднялись на эту штуку, теперь снимаем замок. Всё, замок сняли. Теперь эта дверь у нас, по идее, откроется. В воздухе застрял, да? Так, нормально. Так, двигаем штуку. Так, у нас шкаф опять же на 3. Нам нужно, чтобы у нас был проход открыт, да? А проход... один назад. Назад нам нужно, да? Или нет? Раз. Два. Надеюсь, чтобы он был, короче, два раза надо прокрутить вроде. Или нет? Еще раз. Мы крутим раз, два, три. Три, два, один. Нет, в смысле, три, два, один. Все правильно было, не? Нет, не три, два, один. Вот здесь вот он должен быть, потому что раз, два, три. Нет, прыгнем. Сейчас еще раз. У нас так и было же. У нас получается правильно было или нет? Что-то я туплю. Блять, а ты почему не крутишься? Дурак, блин. И они сейчас будут одновременно... Ну, идиоты. Ой, блин, эти хрени. Ну, короче, да, у меня все правильно было. Просто мне решила одна штука не прокрутиться, блин, один раз. Блин, тут даже думать не надо было. Все? Готово крутиться? Аллилуйя. Еще куча лута. Да, проход. Нет. Вот недолутывание бесит немного. Это что такое? Чемоданчик можно лутать? Первый раз вижу чемоданчик, по-моему. Чемоданчиков до этого я не помню, чтобы мы встречали. Нет, можно лутать, только... Это не показывается, что можно. Странно. И лута нам не дали или дали? А? Ладно, пофиг. Нет, какие-то пустые шкафы. Их нету лут. Они просто открываются, но из них бумага вылетает. Но они подсвечиваются, заразы. Так, у нас туда проход и сюда проход. Здесь у нас комната отдыха.